Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Рыбак 87. Моя жизнь рыбалка. Сегодня я приехал на реку Самара в центре одноименного города. И цель этой рыбалки — половить на зимний фидер такую рыбу, как густера и подлещик. Давайте начинать. Поехали! Река Самара. Забил кормушку. Палатки-то вообще супер сидеть. И на дно. О, поклевка. Ух ты! Вот это поклевище! Ну как бьется! Как бьется! Вот это густерень! Зимний фидер на реке Самара работает. Пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. Вышел я со стоянки еще до восхода солнца и иду к месту ловли. Пройти мне предстоит чуть более 2 километров. Вот пока посмотрите предрассветные часы на реке Самара. В основном тут ловят бель, густерку, подлещика, ну и судака с бершом также. Здесь полавливают. Вот, может быть, будет видно, народ уже немножко сидит. Ну а мне еще предстоит пройти метров 500-600. Акцент все-таки будет сделан на ловлю густеры, где я ее видел в свой эхолот в большом-большом количестве осенью, когда здесь ходил на своей лодке ПВХ и ловил на джиг судачка с бершом. И вот, ища стоянки хищника, я встречал огромные-огромные стаи бели. Как раз туда я сейчас и направляюсь. Практически уже расцвело. Ну а я двигаюсь. Совсем немножко мне осталось. Дорога, друзья, далась мне достаточно тяжело, поскольку выпало много-много снега. Как можете видеть, сугробы прям. Вот здесь я где-нибудь остановлюсь и буду пробовать. Сейчас разберу свою палатку, закормлю лунки, ну и буду разбирать снасти. Ну да, и вначале надо забурить лунку и промерить глубину. Глубину я промерю с помощью своего эхолота практик. Так, сколько? Ну, почти 6,5 метров. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, здесь я и попробую поймать белую рыбу. Сейчас начну разбирать палатку, снасти и приступать к ловле. Пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. Расчищу себе площадку под палатку. Пробурю себе еще парочку лунок. Одну под датчик, под эхолот, и вторую под еще одну удочку на всякий случай. Ну и приступаю к установке своей палатки зонтик.
Ну вот, палатка разобрана. Можно приступать к закорму и непосредственно к рыбалке. Река Самара. Всходит солнышко. Красота просто. Это сам город Самара. Ну вот такое у меня сегодня рабочее место. Как мне кажется, прям кайф тут. Поскольку на улице дует достаточно сильный ветер, морозец, а здесь тишина, тепло. Но если рыбка еще будет клевать, будет вообще кайф. Что по прикормке сегодня? Важнейший аспект при ловле белой рыбы. За основу я взял вот такой вот прикорм черный лещ. У него мелкая фракция, что отлично подойдет для зимней рыбалки. И также я добавил сейчас в прикормку панировочные сухари, которые также отлично работают по зиме, по холодной воде. Вот эти вот два компонента, в принципе, готовый прикорм и панировочные сухари, купленные в Пятерочке, и будут основой моего сегодняшнего прикорма. Теперь все это перемешиваю, добавляю немножко воды, и после этого можно закармливать. Как я уже сказал, ловить я буду на зимний фидер, настоящий фидер. За основу я взял квивертип от летнего удилища Волжанка Оптима до 14 грамм. Основание у меня зимняя удочка Zetrix. И вот в итоге получился такой гибрид. Квивертип от летнего удилища, а основание от зимнего удилища. Дальше оснастка inline, то есть скользящая. И все это заканчивается поводком сантиметров, наверное, 40. Вот такой монтаж, в целом нехитрый, но, как показывает практика, достаточно уловистый. Сейчас я вешаю кормушку и приступаю к закорму. Вот такая небольшая кормушка у меня сегодня. Весит она 10 грамм. Забиваю прикормом, который, в принципе, уже дошел. И можно сказать, что хорошо получился. Достаточно рассыпчатый такой, легкий. И в то же время, что немаловажно, мелкая фракция. Ну а пока опускаю первую кормушку к самарскому дну. И отсматриваю по эхолоту. Вот вижу, что кормушка у меня на экране устремляется ко дну. Вот кормушка дошла до дна. И резким движением выбиваю прикорм. Сейчас кормушке 4-5, наверное, опущу, закормив вот это вот место, вот этот вот пятачок, создав ароматное пятно прикормочная, куда должна подойти белая рыба. Основная насадка сегодня классика жанра — мотыль. Ну и также у меня с собой есть опарыш. Если на мотыля будет плохо клевать, попробую опарыш. Пока же одеваю пару мотыликов на свой крючок. Ну вот, друзья, опустил я фидерную снасть ко дну. Насадил мотылька и ожидаю поклевки. Пока, честно сказать, в эхолот рыбы я не вижу. Надеюсь, что подтянется. Пробивается меж тем солнышко. Не знаю уж, это хорошо или нет. Я думаю, что не очень. Поскольку с утра вообще шел снег. Даже снегопад. Рано-рано утром. А сейчас вот солнце выглянуло. Смена погоды, смена давления — всегда плохо. Я надеюсь, что
удастся мне сегодня нормально отловиться и заснять видео. Пока нет поклевок, думаю, что сидеть долго нет никакого смысла. 2-3-4 минуты, если ничего не клюнуло, выбиваю корм из кормушки и забиваю новую. Приманивать надо рыбу в точку ловли. Все вы, наверное, друзья, рыбачили когда-либо на фидер, на донку. Знаете, что вначале надо закормить основательно место. И только потом уже подходит рыбка. Зимой, в принципе, все то же самое. Только не надо перебарщивать с ароматизаторами, и чтобы прикорм был достаточно такой мелкофрикционный. Тогда все будет нормально. Пока кормушка достигла дна, натянул клевертип и ожидаю поклевку. Было парочку шевелений уже. Видно, что рыбка подходит, но пока очень-очень неуверенно клюет. Кстати, можно попробовать... О, еще раз шевельнуло. Еще раз шевельнуло. Нет, по-моему, нет ничего. Да, нет ничего, друзья. Ну вот, когда начинаются такие неуверенные поклевки, можно попробовать увеличить длину поводка. Иногда это срабатывает. Сейчас, если улучшений никаких не будет и также будут неуверенные поклевки, то я обязательно увеличу поводок. Сделаю его не 40 сантиметров, а там где-нибудь 50-60. Еще один такой маленький совет привлечения, скорейшего привлечения белой рыбы в нашу точку ловли, это добавление немножко мотыля к прикормке. Сейчас я вот взял старый мотыль, который у меня остался с предыдущей рыбалки, такой уже весь черный, и добавлю прикормочку, щепоточку. Таких вот пару кормушек опущу с мотылем. Уверен, что рыба быстрее подойдет и встанет на точку. Сейчас я надеюсь это показать на практике. Вот прям видно вкрапление мотыля здесь. Опускаю. Сейчас вот подлиннее поставил поводок, где-то полметра. Надеюсь, будет клевать уверенней. Явно подходит рыбка. Вот опять шевелит. Ага. И что здесь? И вот она, друзья, первая рыбка, взявшая на зимний фидер. Такая вот густерка. Ну вот удлинил поводок не зря. Одеваю я мотыля. Как правило, по два я одеваю. Не очень крупный он. Так вот одного и второго. В принципе, все. Так вот получилось. Я опускаю потихонечку, чтобы ничего не запуталось. Все пошло. Вот очередная, друзья, поклевочка. Прям сейчас опускаю, и буквально сразу же следует. Ну, не сказать, что прям поклевки, но такие тычки. Ну и рыба постоянно в охолоте плавает. Иногда положительный эффект дает вот такой прием. Медленно поднимаем и опускаем. Поводок распрямляется, прикормочка вылетает, и рыба, как правило,
реагирует поклевкой. Вот, как сейчас. Ага. Есть. Есть, друзья, еще рыбка. О, очередная густера, такая ладошечная, подошла на мой прикорм. Для глухозимя неплохо. Есть. По-моему, что-то есть. Да, опять густера, друзья. Ага, поклевка, поклевка и рыба. Вот сейчас посильнее прям ударило. Чё здесь? О, густера. Очередная, друзья, густерка. С реки Самара. Опускаю ко дну очередной прикорм. Ой, тут же поклевка была. Еще поклевка. Есть. Прям сразу же взяла. О, густера тоже отличная. Ну вот, концентрация рыбы уже такая под лункой, что опускаешь, и тут же поклевка, как вы сейчас могли видеть. Это не может не радовать. Кстати, друзья, не сказал я про леску основную. Она у меня 0,21 мм. Обычная монолеска. Плетенку можно было, в принципе, поставить. Но я посчитал, что она будет обмерзать. Ну и плюс не такая уж большая глубина, 6 метров. Чувствительность и на монке нормальная вполне. Вот такая снасть. Густерка, в принципе, поклевывает. Размер, правда, не шибко крупный. Вот такая вот ладошечная в основном ловится. Но для глухозимия, для февраля месяца, очень даже неплохо. Тем более я сейчас вышел за пределы палатки, пока происходит поклевка уверенная. Но рыбы нет. Так вот, я вышел за пределы палатки, поспрашивал рыболовов, у них пусто. Говорят, парочку неуверенных поклевок и все. А у меня вот рыбка нет-нет, да поклевывает. Как сейчас, правда, не засек. О, поклевка. Очередная, друзья, рыба. И рыба хорошая взяла. Хорошая рыбка, да, густерка великолепная. Самая крупная на сегодня, прям, наверное, грамм под 200. Суперская рыбка. Ну вот, зимний фидер на реке Самара работает. Забиваю новую кормушку я. Как я уже сказал, оснастка у меня сегодня инлайн. Скользящая, вот так вот кормушечка скользит, дальше идет вертлюжок, ну и дальше поводок с двумя крючками. Два крючка вообще не очень правильно использовать, да и путаются они чаще намного, нежели один. Но ввиду того, что мне хочется как можно больше поклевок видеть, вот так вот я немножечко фалю, так скажем, нарушаю правила фидера. На соревнованиях ловит только с одним крючком. Ну и вообще, так скажем, те люди, кто профессионально занимается фидерной рыбалкой, они всегда предпочитают ловить только на один крючок. Много причин. Одна из таких глобальных причин, что оснастка с одним крючком путается намного-намного меньше.
Ну и вторая причина, если садится что-то крупное, например, лещ, то два крючка, пока поклевка, может либо запутаться, там об лед, либо летом об траву, либо просто узлов больше, и на узле может просто крупная рыба оборвать всю снасть, весь поводок. Ну я вот все-таки больше люблю ловить с двумя крючками, поклевок само собой чуть больше. Если уж совсем все начинает путаться часто, то перехожу на один. Пока же вот было несколько тычков, пока я это все рассказывал. Но уверенной поклевки так и не последовало. Вот опять. Опять. Сейчас есть. Что, очередная густера, наверное, друзья? Да, такая вот густерка. Поменьше в этот раз попалась. Диаметр поводка 0,1 миллиметр у меня. Я думаю, это оптимальный диаметр для зимы, что можно побороться с достаточно крупной рыбой. Ну и в то же время такая вот некрупная рыбка тоже хорошо клюет. Пока же новый, так скажем, заброс. Натягиваю квивер-тип и ожидаю поклевку. Можно уже констатировать факт, что все правильно я сделал. Подобрал правильный прикорм. Снасть, место, ну и рыбка себя не заставила долго ждать. Подошла на мой прикорм, на мое закормочное место и, в принципе, неплохо поклевывает. Вот опять. Очередная рыбка. Ух, как бьется! Как бьется! Густера, какая же она резвая, друзья. Вроде бы обычная, ладошечная. Так билась, да и поклевка хорошая была. И заглотила прям очень сильно. Видно, очень хотела есть. Друзья, не забывайте, что я есть не только на Ютубе, на Дзене, но и в Телеграм-канале, которым я публикую, можно сказать, контент в режиме онлайн. Вот сейчас ловлю густеру и тут же опубликовал выпуск о зимнем фидере, как мной было обещано быть. Густера поклевывает. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал Рыбак87. Ну а я сейчас выйду из палатки и посмотрю, что происходит на улице. Рыбаков-то немного. Вон там вот все сконцентрировались вдалеке от меня. Человек, наверное, 10. Там вот человек 5. Ну, в общем, немного людей. Такая вот, друзья, обстановка. Ветер такой прям холодный, неприятный дует. В палатке-то вообще супер сидеть. А на улице холодно. Я прям замерз. Вот, друзья, такая вот река Самара. Вон город Самара. Пойдемте уже, а то я замерз реально. Есть! Хорошая поклевка была, друзья. И хорошая густера. О, даже две взяли. Вот зимний фидер. Ну вот почему я еще ставлю два крючка. Может, две рыбки попасться.
Одна прям густера достойная, вторая поменьше. Забил кормушку. И на дно. Самарская. Возможно, многие меня смотрят из других регионов, из других городов. Река Самара, где я сейчас нахожусь, является левым притоком реки Волга. Чуть ниже города Самара река Самара впадает в Волгу. Биоресурсы, которые здесь обитают, в принципе, такие же, как и в Волге. Подлещик, густера, чехонь, сапа, плотва, карась, линь. Из хищников окунь, судак, берж, щука, сом, налим. Вот эти вот основные, наверное, виды рыб. Ну, еще сазана забыл упомянуть. Он также здесь есть. Мне даже как-то доводилось ловить его в детстве. О, хорошая опять поклевка. И рыбка. И очередная густера. Ну, сейчас уже все прям системно опустил. 2-3-5 максимум минут. И следует поклевка и рыба. Конечно, рыба не особо крупная. Ну, в принципе, еще раз повторюсь, для глухозимы, я считаю, и такая сойдет. Грамм по 100. Густерка. Пока же обновляю мотыля. Ух ты! Вот это поклевище! Наверное, самое мощное. И рыба хорошая. Смотрите, что творит. Смотрите, смотрите. Ух ты! Вот это густерень! Это... Да, самое крупное. Ну, блин, 200, а может быть даже поболее грамм. Вот, рыбка подтягивается покрупнее. И так ударяло, вы, наверное, видели. Ну еще, друзья, маленький, но очень важный совет. Поскольку кольца на фидерной вершинке или квивертипе очень маленького диаметра, перед началом рыбалки я их обработал Johnson's Baby. Тем временем поклевка. Или силиконовой смазкой можно их еще обрабатывать. О, опять две густеры взяли. Прикольно получается. Уже второй раз ловлю по две штуки. Так вот, еще раз повторю. Перед началом рыбалки обязательно обрабатываем кольца квивертипа силиконовой смазкой либо масло Johnson's Baby, чтобы они не обмерзали. Постоянно сегодня меняется погода, то солнце вылезает, то становится опять пасмурно. Ну, несмотря на это, клев есть, и это самое главное. Сейчас очередное ожидание поклевки у меня. Густерки я уже, наверное, десятка два наловил. О, рыбаков стало намного меньше к обеду. Можно сказать, все разошлись. Человек, наверное, 5-6 осталось. И вот еще один идет. В целом, я, друзья, думаю, что у большинства людей клёва нет, поэтому все и разошлись. В обед начало стихать течение. Если утром прям леска у меня уходила в бок, то сейчас практически вертикально вниз. Я вот сейчас вижу, да, прям вертикально вниз уходит. И клёв начал ослабевать. В принципе, еще поклевывает все равно густерка, но уже не так
активно, как это было утром. На реке Самара, кстати, такая вот ситуация, в принципе, постоянно. Утром, пока есть течение, рыбка клюет. И хорошо порой клюет. А потом, где-то к обеду, когда течение ослабевает, клев также становится слабым, вялым. Есть. Есть, друзья. Очередная густера с реки Самара. Ну что, уважаемые зрители, сегодня я провел великолепный день на реке Самара и продемонстрировал вам, как ловить на зимний фидер. Моим уловом стало вот два десятка такой неплохой густерки. Таким же способом можно ловить и плотву, и, конечно же, подлещика. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, пишите комментарий, что вы думаете об этом способе ловли. Ну и кто не подписан еще на мой канал Рыбак 87, Моя жизнь рыбалка, обязательно прямо сейчас внизу нажмите подписаться. На моем канале будет еще огромное количество интереснейшего контента о рыбалке. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в очередных моих выпусках на водоемах средней полосы России. Всем пока, друзья. До скорых встреч.